Вон он, какой красивый мой пирог. Ах, какой красивый, 5 минут осталось жариться. Это пирог яблочный, шарлотка так называемая. Ой, вкуснятина, вкуснятина, вкуснятина. Так, вот он момент истины. Берем большой нож. Пирог мой еще горячий, горячий-пригорячий. Ай, как пахнет. Как жалко, я не могу передать запах. И пошли вот так вот его разрезать. Я уже не помню, кто меня когда-то научил вот так вот резать этот такой пирог. Где-то у кого-то я это взяла. И вот таким вот образом я его по диагональке режу. Ой, какая вкуснятинка, вкуснятинка, вкуснятинка. И потом вот так вот просто режу. И получается такие три, такие вот, как сказать, четырехугольнички. Параллелограммчики. Вот так вот. Вкуснота, вкуснота, вкуснота. Сейчас мы уже буду кормить. Он уже ходил, засматривался, тут такой запах. Он говорит, ой, как пахнет, как вкусно пахнет. Ах, яблочки. Боже, я не сдержалась и пошла снимать улицу. Вот такие вот облака. Только что наелась пирога своего. Боже, какая сказка. Это не каждый день такие облака здесь. Но вдруг вот такое розовое небо, розовый воздух. Просто нечто сказочное совершенно. Да. И вот кусочек со двора. Это вообще невероятно, что творится. Какая красота. Вон они какие облака. Да, вот это построить бы здесь 17-этажный или 18-этажный дом и каждый вечер любоваться вот такими потрясающими закатами. А так стоишь на земле, не видно, потому что домами все закрыто. Красота какая! Просто сказка. Там все розовое. Там все розовое. Может, все работает, уже темнеет. Еще ничего сегодня не ел. Я уже ему и так, со словами и без слов, никак не хочет есть. Никак не хочет есть. Вот пьет кока-колу, курит целый день и работает. Боже, какая сказка. Вот цветочки мои. Вот они уже вот-вот готовы распуститься.